В общем, села кушать и думаю, заодно посмотрю передачку про Викторию Берникову из Дома 2, про то, что там ее избивали или еще что-то. А, вот. Поглядим. Кушаю селедку. Как видите, с майонезом. Ням-ням. Так. Блин. Что говоришь? А ты колбасу убрал хоть сюда? Так, туалетная бумага. Без запаха. Так, какой-то чай взяла. По-моему, зеленый, да? Да, green. Олонг. Надеюсь, такой будет молочный, как я люблю. Очень классная упаковка. Я не вижу ничего на русском. А может, здесь есть? Ой, есть. Колец, букет. Белое волшебство. Чай, букет. Молочно-зеленый чай Улун. Это чай Улун, прикинь. Чай Улун. Ну классно. Ага. Так, здесь огурцы, помидоры, майонез, колбаса купеческая. Полукопченая, не знаю вообще. Так, это редиска. И этот кабачок. Вечно мне жарить, жарить все надо. Та-дам! Жареные кабачки. Ням-нямка с чесноком и майонезом. На эти не хватило. Вкусняшка. Чё ты? Только встали. Дышь. Красота. Запах, конечно, термоядерный. Короче, мы опять на природе. Я без природы жить не могу. Какая-никакая она должна быть. Пусть даже вот этот лягушатник. В общем, муж на рыбалку приехал, закидает. Как всегда. Я просто гуляю, парюсь. Вот это поле, значит, вдалеке, которое мы с вами тогда снимали, это, оказывается, пшеница, хлебушек будет. Так. Жарища. Не передать просто. Градусов 27-28. А то, может, 30 вообще сейчас на солнце. Течение, конечно, такое хорошее. На самом деле. Для меня лично страшно купаться. Меня понесло. Я плохо плаваю. Хоть я выросла на море. Цветочки. Но плаваю плохо. Запах такой. Вчера тоже я вам сейчас показывала. Муж принес цветы с огорода от родителей. Вот это они термоядерные. Я не... Название мы не знаем. Забыли, в общем. Бутоны, конечно, красивые. Но пахнут. Я ж в ванну их забрала, потому что у меня ринит хранит. Этот аллергический нос может ночью не дышать. Поэтому. Все, я села в машину. У меня повылазили конопушки. Веснушки и на солнышко. Солнце мне, конечно, как говорят, в детстве любит. Бога. С мамдемсом. Я пью пиво. Ой, пью пиво. Ну, так решила попить уже где-то, наверное, больше полгода я его не пила. Открываю сезон, в общем. В этот раз взяла вот это. Пиво Т. Не знаю, что-то как-то жарко. Особо не идет. Мне только пиво пить. Ну, как на дрожжах. Полнеешь на них. Фу.
Жарить не могу. Наконец-то дошли руки до этого браслета от комаров. Покупала его в том году. Одела его на ногу. Пахнет, конечно, какой-то непонятной херней какой-то. Вот. Написано, что не токсично. Букстоп. На ногу тоже можно. Ну, поглядим. Тут к пиву у меня кальмары, как всегда, мои любимые. Пирожные. Домой. Потом осетинский пирог. К тому же. Мои сосиски в тесте. А пирожки, по-моему, еще с картошкой. Кока-кола. Что написано? Семейный, для семейного праздника. Вон налито. Фу, жарища. Смущаются гуси-лебеди. Лавар, походу, идет, стоишь? Ну и что теперь? Что у нас сегодня будет на ужин гуся? Они ругаются? Разогнал их. Ругаются что-то. Да. Слушай, они это, глаза на твоего Макса похожи. Так, спешу с вами поделиться покупками с магазина Магнит Косметик. Понабрала всякие эти. Вот, Магнит Косметик. Журнал же их ниже. Вот он. Всякие брошюрки. В общем, купила я там Ленор 2 литра. Вот. Здесь у нас свежесть лаванды. Так что... Вот, дальше я взяла в первый раз... Зубная паста Силка, наверное, из Германии, так и написано, family, семейная, для всей семьи. Такую я покупала в первый раз. Вот видите, здесь идет мята плюс мелисса, лимон, мята плюс мелисса и аллантоин плюс микрогранулы. А у нас, по всей видимости, просто семейная, без... кальций и фтор. Вот. Защита от кариеса, укрепление эмали. Двойная чистая система на основе диоксида кремния деликатно удаляет зубной налет. Комплекс фтора и кальция. Цитрусовая нота добавляет изысканности классическому вкусу. Рекомендуется взрослым и детям от 7 лет. Никогда не пользовалась такой зубной пастой. Взяла попробовать. Вот, тюб. Так что, наверное, зафольгирована должна быть. Да. Это хорошо. Люблю продукты, которые очень хорошо запечатаны. Это говорит о том, что... Никто никуда не лазил, ничего не выдавливал. Это уже хорошо. Дальше вот такие вот кусачки от фирмы Салон Профессионал. Вот за 385. Мои сломались. Попробовала. Хорошие они на пружине. Офигенные. Острые. Профессиональная ручная заточка написана. Замечательно. Взяла запасной блок освежитель Салекс. Ну вот один, пусть будет. Потом там же я взяла это ножичек, вот такой вот обычный нож. Производитель у нас Китай, что, в общем-то, естественно. Ну, так вот. Мастер блеск, стальная губка, две штуки. Самые классные, я помню, это были с фирмы Amway, вот там бомбовские вот эти губочки, но я вот взяла такие, чтобы они стоили, не помню, 50 рублей, наверное. Далее салфетки для снятия макияжа, если не ошибаюсь, от фирмы Love, наверное, Love, с экстрактом овсяного молочка влажные салфетки и
Влажные салфетки для интимной гигиены с экстрактом алоэ вера по 15 штук. Если куда-то ехать, конечно, это очень удобно, особенно для снятия макияжа. Если приспичило накраситься, но если это куда-то путешествие, то, конечно, хочется в город, в новом городе накраситься. Я взяла салфетницу люмицы вот такого оттенка, потому что уж больно давно я все хотела взять, а это было очень доступно. Как раз сейчас в салфетке смотрим. Меня все забывала постоянно купить. Брюс, успокойся. Салфетницу. Во. Как хорошо. Наконец-то я на стол поставлю салфетки, а то постоянно как эти были. Вот, ну, как кажется, вполне нормально. Вот так вот. Ну вот. Далее мешки для мусора. 20 штук по 60 литров. Долго останавливаться не будем. Сорти бальзам. С алоэ вера нежный сироп для мытья посуды. Стандартный. Что там про него еще можно сказать? Мне очень понравилась эта фирма. Фирма Green Mama. Формула тайги. Шампунь для жирных волос. Черная смородина и крапива на этот раз я взяла. Но там больше и не было. Вот. В ближайшее время я покупала, и эта же фирма только там, что у меня малина и береза, что ли. Сейчас вот смородина и крапива. 400 мл. Мне очень понравился лечебно-оздоровительный курс. Ну, тут витамин С, А, много витаминов. В общем, не знаю, классная штука. Вот, мне очень понравилось. Также я там приметила вот такие мыльца. По-моему, это... Видите, все не на русском, все в иероглифах. Вот, и вот на русском это скраб мыло, мыло туалетное, твердое с добавками. Изготовитель, импортер это Краснодар, а делает Республика Корея. Номинальная масса. Не использовать в иных целях, чем личная гигиена. Хранить недоступно для детей вместе. При падении в глаза, при булавочных. Применение. После 5 минут пребывания в горячей ванне намыли тело. Пожалуйста, обратите внимание, при долгом воздействии может возникнуть раздражение кожи. Это у нас с активированным угрем. Скраб мыла. Там было интересных штучек всяких. Пахнет. Открывать не буду. Классно. Люблю всякие такие штуки. Вот что мне подарить, так это вот эти штуки всякие. Ну, такие. Так, и купила я последнее, что купила, это две туши от Vivien Sabo. Вот так, наверное, будет правильнее взять. Вон, да. Это вот такие вот две туши. Тушь для ресниц со сценическим эффектом. Супер объем. Швейцария. До 2018 года. Я скажу честно, я купила эту тушь первый раз. Сейчас мы с вами откроем. Там, по-моему, кисточка силиконовая, а я и такие не люблю. Сейчас поглядим. Да. Ну что ж, будем пробовать. О, сразу намазала, значит, будет хорошая. Не сухая, во всяком случае. Мы можем проверить, видите? Она жирненькая, ну как, мокрая, влажная, значит. Вот, взяла две, но одну либо на подарок, либо своей маме, и либо кому-нибудь подарю. Вот такие были у меня покупочки, Магнит Косметик, да, Брюс? Да, мама, по маме говорю, уже совсем. Так, все, я выключаюсь пока. Брюс пьет валерьянку. Решила его побаловать, алкаш. Его колбасить начнет. Ну, алкаш, это для кошек это как алкоголь. По-другому не скажешь. Чё, Брюс? Брюс! Бухарик, а? Смотрите, что делает. Ну, как дела?
С водой разбавляю обычно. Ну давай еще переразлей здесь мне. Начинается. Любовь и обильность. Да, пошел. Засрал нам стену. Угу. Весь мокрый, боже. Что с тобой? Такого раньше не было, чтобы шея мокрая была. Брюськин. И нюхает то, что утирает. Поставлял следы. Ну и алкоголь. Алконавт. О, господи. Чего ты на мою ногу кидайся? Не достаю. Ты, блин, далеко. Это у меня камера увеличена. Это. Кошка. Наркомашка. Надо ж так любить, а? Твою траву эту. Хлещет и хлещет. Он так никогда, между прочим, много не пил. Обычно он по чуть-чуть. Тут вообще пьяница, пьяница. Прошло 3 минуты. А, Брюс? О. Аж запотел экран, Брюс. Что это? Сняла чехол, а то протирала сейчас. Дайте. Что с тобой, Брюс? А? Чё задумался? Брюс? Брюска? А, Брюска?
Какой задумчивый стал. Вообще. Чё пришёл-то? Он уходил просто. Пришёл что-то и сидит на одном месте. Не знает, пить или не пить. Валерьянкой пахнет, да, стена? Правильно, терся там. Еда? Еда, еда, Брюс. Кись-кись. Сорти только уже с лимоном. Молоко. А это Брюса. Да? Так, как ее зовут? Колбаса. Чесночная. Так, майонез. Морковка. Квас очаковский. Все у нас аж их два. Это еще не начаты. Брюс. Так, чеснок, хлеб, сыр, как называется, российский, перцы, и груши, и жвачка. Это груши. Здесь у нас что, Брюс? Пиво какое-то шумерское. Щавель, зелень, в общем. И картошка молодая. Помидоры, огурцы. Ха-ха-ха-ха-ха. Супермаркет Вершина. По минимуму. Зашла купить к чаю. Свои любимые прокладки. Длиннющие, 7 капель. Офигенно, я их так полюбила. Вообще удобно спать в них, потому что... дохлик целыми днями валяется. Ну, сзади, да? Слишком длинная вот эта. Очень удобно, но днем ходить, конечно, она бывает, ну, мне кажется, вот мешает, если куда-то там на работу, в гости. Купила чай, Ахмад Тинь, натуральный, что у нас здесь, по-моему, апельсин и лимон. Я немножко побаиваюсь, то, что слишком два цитруса, какой интересный вкус будет. Все написано. На удивление хорошо камера снимает. Смотрите, обалдеть. Все, вот, все вы абсолютно можете прочитать. Приятно так, конечно, работать. Себе шоколадку взяла. Вот. Вот такую. И себе взяла ростика. Сейчас с чаем попью. Типа ужина. С яйцом. Им напополам с мужем. Торт вдохновения. Вот его цена. Я люблю кремовое. Я хотела попробовать, мне кажется. Тут очень много крема. Я буду в восторге. Сгущенное молоко, сметана, персик консервированный, киви. Замечательно. Это вот так вот к чаю. Куки. Продолжаем магнитовские. Это у нас все коту. Далее. Очаковский. Еще один. Вон там второй стоит. Доместос. На этот раз я взяла желтый. Двойная сила. Бананы. Вот. Я очень захотела опять курицу вот эту копченую. Вот мы ее купили. Сыр. Взяли попробовать колбаску. Преображенская называется. Сырокопченая. Ням-ням-ням. Пироженки. По всей видимости, вот это мое, наверное. Я не знаю. Это что, чье? Наверное, это мое с джемом. Ну, остальное я уже убрала. Совсем забыла, что мне нужно доснять было. Так. Посадила здесь у меня лучок. Ну, что ты орешь? Этот. День рождения? Вроде как завтра мы идем. Я пошла, купила на день рождения плед. Только такой же, да, как у меня. Фирма Sleepy. Вот, только красный. Почему красный? Я бы, может быть, и не хотела. Красный. Хотела нежно, как его. Сейчас он тут есть.
Вот. Вот такое хотела. Такого не было, как у меня. Был такой, но я думаю, что женщине зебра ни к чему. И вот вроде как такой взяла, но он, как видите, яркий. По-моему, вообще больше на вот это похоже. На розовый, мне так кажется. Мягкие, нежные, пушистые, теплые. Хотели вот это, но там коробка была раздолбанная, вся порвана. Это-то не очень эффектная. В общем, это на подарок. Вот, на день рождения идем. Мыло себе взяла, самое дешевое. Вот, земляника со сливками от весны. Да и вода у меня тут. Мне просто бутылка нужна, я пью с нее потом. Или грим. Со вкусом малины. И я потом дома хожу, пью. Брюс совершенно не ест жидкий корм, посмотрите. Ничего не ест. Вот мы пользуемся новой миской, да, так сказать. Все ему постелила, он не ест. Не ест и все. Но этого тоже все пусто, он пялится. Что этот съест? Хорек съест, а этот что-то выделывается, не знаю. Далее, значит, от Эйвон в подарок пойдет, значит, корейское мыло. Кажется, я его уже показывала, да? Это мыло туалетное, твердое, с добавками. Восточные травы и 5 злаков. Здесь идет набор. Это дезодорант от Avon Cherish. Шариковый. Лосьон для тела. То есть все вот эта серия. Вот. И парфюм, который не вылазит. Вот парфюм, надеюсь, на меня сильно не обидится, то, что помятая упаковка, но это... Сколько зарекалась, больше при обзорах не открывать, больше открывать не буду. Вы меня уж извините. Я, правда, уже 100 лет не делала заказы в Эйвоне, и 100 лет еще не буду делать, мне сейчас не до этого. Ну, собственно, что, как я и говорила, институт и прочее. Да, и сейчас отпуск, отпуска. А, деньги нужны много. И зря я открыла, в общем, себе... Ну, если честно, мне он показался очень, честно, на лето особенно, мне показался он очень сладким, приторным, поэтому и еще цветы надо будет купить, поэтому освобождаюсь от него, расстаюсь с ним с нормальной душой, в общем, легко и просто, как бы, он мне не впечатлил, если честно. Вот такие подарки, еще цветы купим, думаю, что нормально. Так. Я захотела салата, не могу, так захотела, а делать не хочется, да? Чесночная булочка. Дальше это у нас салат «Нежность». Ты выбирал с капустой. А что ж, вы капусту ешь, да? Не знала. Салат спаржа по-корейски. Это мой. Это салат с пирожными. Так, это у нас кто? Картошка, да. Что-то на картошку немножко подсела. Она так... В принципе, естся неплохо. Вдохновением. Очень понравилось то, что один крем, очень все кремовое. У нас тут пакет упал просто. Вот это вообще то, что я... То, что доктор прописал лучше. Так, это что? Это я выбрала в первый раз. Это у нас Ева, салат, в общем, грибы и... Лобби. И горох. Катя называет лобби горохом. Так, и большая тара оливье с курицей. Все, гуляем, свадьба. А, сейчас я порву. Ну, пятерочка. Да, пятерочка. Также в пятерочке, сейчас покажу, что там я приобрела. Это зева, естественно, это свежесть океана. Не знаю, для меня они ничем не пахнут в основном. Ну, в общем, было по акции. Так, это кофе это мужу. Далее растаявшие уже вареники. Это с картофелем и грибами. Две штуки. Дальше колбаса краковская. Вот. Ну, понятно, да? В общем, груши я взяла, не знаю. Так, две штуки. Так, еще одни вареники. Икра с такой красивой баночки кабачковая. Вот. Икра кабачковая. И один
коту, который не знает, что он плохо ест. Значит, Харько, да? Это у нас пятерочка. Бавария. Ездили, выбирали кольца. У нас такой магазин Рубин. Свадебная коллекция 2015 года. Вот. Вот так вот все. Вот так вот. С бриллиантом, конечно, офигенные, красивые колечки, ничего не скажешь, но цены... Помолочные кольца. Такой вот я видела, да. Там было. Ну, это аметисты. Ой, фиолиты, господи. Брюсика, ты что, баиньки хочешь, Брюсика? Брюс, Мурзик. Так. Я же что показывала там, этот рубин, в общем, а мы все-таки приехали в Адамас, такую вот, мне такую сумочку такую дали, купили кольца обручальные, вот, да, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, да, Брюс? Вот, все так сделано, вот такая коробочка красивая. Избранная, сделана под книгу, золотая классика. Ну, вот. На магнитике все это дело. Что у нас тут написано? Телефон. Ну, кольца показывать пока не буду. Мало ли. Тут вот эта бомбировка вылазит. Вот. Мы потратились. Да. В общем, мы были не расписаны. Это жили гражданским браком, протирались, были не расписаны. Так себе я взяла. Теперь решили расписаться. В общем, ну он решил. Так, герпес две штуки взяла, потому что магнит вот этот гипермаркет, где продается эта помада на Ликонос находится. Я вот сразу две взяла. Что, зеваем? Вот. На. Далее футболочка такая. Сейчас на лето мужская футболочка такая. Красивая. Мне понравилось то, что она яркая. Купили. Балуйся, да? Балуйся, Кузя. Написано 100% хлопок. Себе я взяла типа халата. Короче, это платье дома ходить. Ну, вот если кто-то в гости, да, зашел, чтобы... Оно у меня большое, это 52 размер, но есть куда расти. Либо как пижаму тоже можно использовать. Но как пижаму я бы не это не стала, потому что ткань не соответствует. Потому что ткань больше как халат. Что здесь написано? Катон. Кстати, вот это у меня Узбекистан. Ну, кстати, Киргизия, Узбекистан очень хорошо шьют. Киргизия особенно. Дома заметила, что здесь карманчики. Как всегда, в таком леопардовом тигровом взяла. В общем, взяла вот это я домой. Конечно же, не на выход. Это все стирать, сейчас все отправится. Далее мужской костюм. Свадебный. Вот. Что у нас это получается? Все напряжение. А это у нас галстук, который мы выбрали. Вот фирма. Огурцы. Это я выбирала, скажу честно. Галстук я завязывать не умею. В принципе, можно научиться. Посмотреть в интернете все видосы. Вот.
Мне кажется, красивые на самом деле. Главное, чтобы брюс затяжка не ставил, да, брюс? Кузя. Так. Что у нас как-то достать? Вот он сам костюм. С рубашкой. Так, это у нас что, носки? К костюму. Ой, у меня что-то вылезло. Бомбио написано бамбук. Носки, кстати, 130 рублей. Это недорого. Цвет подходит. Так, рубашку они сюда засунули. Ну, так, чтобы долго не показывать. В общем, цвет, это я выбирала вот такой. Это приталенный пиджак. Вот. Костюм стоит 17 тысяч. Это без рубашки. Это просто пиджак и... Как их? Брюки. Брюки там внутри. Так понимаю, рубашка просто белую он выбрал. Долго выбирали. Это хлопок. Крапинку. Вот как видите. Хороший такой материал. Постирать она там есть пятно. Потому что рубашка была одна. Но она очень приятная на ощупь. И с коротким рукавом. Потому что июль месяц. Вот. Далее я там просто покажу уже фотографии. Или вы посмотрите у меня ВКонтакте. О, Даниэль Диас. Коллекция. Потому что... Вот написано что-то. Потому что... Что я хотела сказать там? Разговаривают, перебили меня кармашки. Ну, очень хорошее качество. Я рада, потом можно будет... куда-нибудь на свадьбу ходить ему. И вообще пусть будет. Ну вот. Да, брюсечка. Себе пока ничего не купила. Дальше влог продолжу, найду, что-нибудь куплю. На свадьбу мы делать не будем. Мы вообще ничего не хотели делать, но родители настояли мужа, чтобы... Вот перевод, кстати, на русском. Немецкой, чтобы чего хотел сказать-то, посидели хотя бы как-то в ресторане, вот собственно что мы и делаем. И вешалку нам дали, кстати, дали с вешалкой, вот такая вешалка. Ну вот, брюська, я даже теперь не знаю, теперь мне надо подбирать под костюм платье. Это будет просто вечернее платье. Мы посидим, поужинаем с друзьями. И я хочу сделать отдельную фотосессию. Вот и все. Делать вообще ничего не хотела. Потому что мои родители находятся далеко. Мои родители находятся в Калининграде. Да, киса? Вот же я забыла про фикс-прайс. Значит, что фикс-прайс? Ничего, конечно, большого. Это я взяла... Салфетки. Вот они у меня заканчиваются. Потом взяла на этот раз такие салфетки. Сохранять естественный баланс кожи. Это 60 влажных салфеток. Фирма Котэ. Одна и та же. И чистин новый. Санитарный написано. Санитарное гигиеническое средство. Которое течет. Замечательно. За туалетом и ванной комнатой. Попробуем. Надо руку срочно мыть. Не вышло. Везде мне надо попасть на всякие различные акции. В общем, я купила мужу очередную рубашку. На мой вкус, конечно, она классная. Мне она очень нравится. Но вопрос, будет ли он носить эти цветочки, я не знаю. Вот. Фирма. Это было по акции. Просто не смогла пройти мимо. Вообще у него М-ка, но тут XL. Сказали, маломерка, ну и трусики, в общем, ну, тут на трусах останавливаться долго не будем, вот, и какая-то, уже не знаю, сколько у него рубашек, летних у него дофига, поэтому, зачем я это делаю, ну, я не могу так, уже себе ничего не покупаешь лишний раз,
Лишь бы одеть своих родных. Ага. Пока я тут сегодня целый день бегала, как его зовут? За платьем еще себе на вечер свадебный. Я зашла, естественно, по приходу домой в наш магазин местный, купила вот такой чай, давно хотела его попробовать. Зеленый, я не знала какой это, там почитала, там все были зеленые такого вот, такой серии, где русский язык. Изысканный зеленый чай, вот написано. Сейчас я его буду пробовать. Изысканный зеленый чай, Blueberry Breeze, обладающий всеми полезными свойствами зеленых чаев, при заваривании раскрывает сладкий фруктовый букет, свежая нота голубики, придает оригинальное звучание благородному классическому зеленому чаю. Сейчас попробуем. Чайник кипит как раз. Ну вот они, пакетики. Пахнет сладенько. Так, это котлеты по-домашнему. Что-то у меня так-то все вышло опять на 700 чем-то рублей. Потому что сейчас все в бегах. Это себе сейчас я к чаю купила, есть хочу, не могу. Пирожное мое любимое, уже какой заход. Уже только в этом влоге. Сколько раз я его снимала. Очередное, ну просто офигенное. Ну вот, прочитаю вам состав. Бисквит, сметана, сгущенное молоко, загуститель, агар-агар, декоративная посыпка, персик и консервированный киви. 213 калорий и так далее. Срок годности 120 чего? Часов. Чай Липтон, ну конечно, черный чай без него никак. Дальше, вот эти пончики чесночные с зеленью, мы их очень любим кушать с ними. И пельмени из индейки. Видимо, потому что все такое это, сам, поэтому, ну что у меня опять тут, поэтому цена такая вообще. Вот. Все, будем чай пить. Мне еще сегодня опять ехать смотреть ресторан. Брюс. Ноги уже натерла, посмотрите. Да блин. Вон, в этих пластырях. Кошка кушать просит, я знаю. Ну что сделаешь, Брюс? Сиди на диете. Такая жарища была, я пришла. Дождичек прошел. Так, я сказала, что опять уходить надо, смотрим. У меня тут всякие эти лежат, все понавалено. Всякие. В общем, с ресторанов эти штуки. Ой, что не открывается. Ну, еще расценки, да? На покушать. Целая куча там всяких брошюрок. Не знаю. Думаю, вот в эту я хочу. Вот этот, но он очень узкий. Скорее всего, будет вот этот, потому что здесь сразу туалет. И это первый этаж, а это второй. В общем, тут где-то танцпол. А там на первый этаж не танцпол, в общем, идти. Ну, лучше всего, конечно, на улице. Потому что сейчас лето. Расписываемся мы в июле. Да-да-да. Вот бумажка ЗАГСа. Так, что-то я... Так, что сюда залез? А, Брюс? Кстати, бумажку ЗАГСа, которую дали, она никак не помогла по поводу скидки. Вы нам все говорили, возьмите с собой, предъявите при покупке колец. В Адамасе, например, была, в принципе, нормальная скидка, хорошая. Вот. Колечки вы еще увидите уже у меня на руке в каком-нибудь очередном влоге, пока я их убрала. Точнее, отвезли мы их к родителям. Напоказывали. Там я оставила. Я взялась с этими камнями, но я что-то уже решила взять классическое кольцо. Правда, теперь не знаю, когда это будет, но что-то как-то я думаю, что все-таки начинаю носить классическое кольцо на пальце вот этом. Безымянным. Ой, вот такая вот фигня. Такой мини-вечер. Плюс будет, ну, конечно, все мужа, друзья, но в плане, потому что он местный, всех я не могу собрать. И тем не менее, я вот уже второй день, целый день я бегаю, ищу платье, не знаю. Наверное, лучше белое, потому что все-таки я невеста. И поэтому, чтобы выделяться как-то, не просто вечернее. Вот. В общем,
Даже что я хочу сказать, то что даже небольшая, да, свадьба, а что типа банкета такого, ужина, да, просто угостить гостей, накормить, и тем не менее это стресс, я переживаю, я не знаю, боюсь, что будет скучно и так далее. Вот, родственники, которые у меня в Кисловодске. В Кисловодске у меня, это здесь рядом со Ставрополем, это Ставропольский край. У меня там тетя, она же мне крестная, у нее муж. Потом у меня там бабушка, мамина мама. Отказывались ехать на мою вечеринку, потому что, не знаю, в общем, якобы занятые. В общем, вот так вот, вот такие вот дела. То есть, вот такая вот жизнь. Вот такая вот жизнь. Ну, обидно, конечно. Просто моя родителей не будет, я хотела, чтобы хотя бы приехала тетя. Понимаю, что бабушка пожилой человек, что ей жарко ехать, это ладно, вот эту отмазку можно принять. Но тетю, тем более она крестная, я же сказала, что оплачу ей жилье и готова платить даже поездку, то есть либо автобус там, либо на бензином что заплатить. Главное, чтобы просто присутствовали, но отказались. Вот так вот. Вот так вот. Сейчас мне нужно ехать смотреть ресторан. Муж после работы. В общем, я на этом заканчиваю этот влог. Влог, по-моему, был весь из покупок, потому что как-то у меня не было сил снимать движение в плане там природу. Постоянно же каждый день я была везде, где-нибудь, да где-нибудь. Но это все будет. Влоги все они разные. Сейчас такой, завтра другой, 5-10. Всем пока-пока и всем удачи!